Всем привет, с вами я, Вадим, бла-бла-бла. Ну и как всегда, давай уже включайся. Мы играем в Майнкрафт. Такие чудесные скины. Кстати, правда, классный такой. Заголовый стой. Угу. Стиви. Угу. Красный крипер. Я играю на Хайпикселе. С Бэтменом. Что это такое? А, это его уши. Так. Боже мой. Ладно. Короче, что мы хотели? Да, мы хотели поиграть в режим CS GO. Нет. CS 1.6. Короче, пофиг. Counter-Strike. 7 лобби, 7 лобби, 5 в лобби, 2 в лобби. Фигня. Так, здесь что? 9, 10, 10. Сюда зайдем. Заходим. Зашли так, значит. Тут есть типа выбор, типа играем за тиму А и тиму Б. По-моему, тима Б это та, которая играет за этих контр... Ну, короче, те, кто безоруживает, спецназ у вас, спецназ. Но меня кикнуло за этих, короче. Все почти как в Counter-Strike, то есть покупка оружия. Но тут, правда, еще прокачка есть оружие. Брони там, гранаток. 3, 2, 1. Значит, мы играем за кого? Мы играем за тех, кто бомбу закладывает, то есть террористов. Наша задача заложить бомбу. Значит, ой, подлагивает. Ой, 12 FPS. Ой, там А, там Б, нам сюда наверх. Нам наверх. Сейчас мы кинем на гранату. Окей. Мы сделаем, короче, начнем ходить сюда. Сюда. И вот. О! Давай. Оп, еще один выстрел, давай, ес! Я слил одного чувака, потому что ой, дымовуха, они внизу, копы внизу, ну давай умирай. Копы нас окружают, их 7 нас трое, мы держимся, мы просто про. Нет! Умри, где он? Почему я мертвый? Нет! Их было слишком много, и к тому же он у меня убил с двух ударов ножа, а я должен был, короче... А не знаю, такая фигня, то что некоторые умирают с двух ударов ножа, некоторые не с двух. Как думаете, стоит покупать МП-5? Я думаю, что пока не стоит. Вот эту гранату, вот эту гранату покупаю. Ой, ёпта, у меня бомба. Это плохо, потому что я нуб, честно скажу. Куда идти, на А или на Б? Мы идем на Б. Нет, мы идем на А. На А. На А, потому что так там проще. Ой-ё! Его автомат! Я мазила! Я умер! Ой, ё-мо. Надо было покупать. Все купили МП-5, я, короче, вышел не покупать. Ну, плюс еще такая тима раков, я не знаю, что-то с ним быстро сливается, он только вот... Я, эти два чувака держали, всё. Остальные прям буквально вот сразу сливаются, и все. Ну че они могут вдвоем против семерых сделать? Ничего. Ну что, ребята, я могу теперь купить себе крутую пушку и больше ничего, да? Но я больше ничего покупать. А что я купил? Да пофиг. Lock and load. Ну все, чуваки, у меня есть крутая штука. Сейчас, короче, я буду тащить и нагибать. Хотя, наверное, не буду тащить и нагибать. Чё ж так оно повисает-то всё? Всё, спокойно. Чё, мана, ёпта? А, кто? Ну, блин, ну... Да, крысы, вот, надо идти, крысы. Почему я играю за нубов?
почему игра, вот почему они так легко и быстро сливаются? Вот я убил одного, да? Ранил немного второго, но дальше, ну я понятное дело, ну ой, ну видели его слили, когда сейчас базы. Че он там АФК шел? Вон там, видите, АФК, сейчас, короче, его замочит. Вот пацан уже идет, сейчас все, короче. Сейчас мы увидим, как умирают нубы. Как умирают нубы? А вот так вот умирают нубы, вот. Раз, все, нуб слит. К тому же еще и читер. Все? Все, нубы. Не нубы, блин, правда, вот одни, вот вы все нубы, вот Тима Раков, кроме там двух людей. Lock and load. Let's go, кошлёпки, которые сливаются, как лавочки. Значит, мы идем, не идем на... Вот чё ж так подлагивает, а? Мы идем туда вправо сразу, потому что я заклебался там, и ходить, ничего не происходит. Кинул гранату. Ну, давай, Тима Раков, давай, чё такое? Чё-то не так, да? Чё-то... Видите, сколько попал, я понимаю, сколько попал. Я слился, ну ты ёбаный гандат, качал слился. Донатер, который прокачал свой скилл, да, свое оружие, точнее не скилл, а оружие. Маленькие школьники, которые не учатся, только задротят, сволочь. Не в оружие, оружие вверх, короче, ногами. Опять осталось только двое. Что за тима дебила? Вот с кем я играю, не могу понять. Команда, которая сразу сливается вообще. Ужас полнейший. Тут, кстати, есть на карте новые блоки? Нету. Недавно знал то, что из красного песка можно графить, короче, красный песчаник и так далее. Это, ну, круто. Ой, мы играем за даунов. Все, что мы можем купить, это ничего мы не можем купить. Я думаю, что то, что мы играем за даунов, не там... А, еще, короче, и больше на 2, да? То есть их было изначально больше, больше, чем нас на 2, и еще, короче, они не как дебилы играют. Ну, все понятно. Только у нас там Тим Раков. Оп, слил. Мазафака. Бич, о ёбок, потому что я убил, короче, чувака. Что за нубизм, а? У меня одно сердце, я тащу Тиму. У меня одно сердце, я тащу. Я убил двоих и все, их было 8, стало 6. Я убил двоих. Сколько убили мои другие друзья, короче, никого они не убили, потому что, блин, я один. I'm forever alone, я умер. Офигеть, я один убил хоть кого-то. Эти... Вот я один убил двоих. А остальные 5 человек из моей команды вообще никого не убили. Что за фигня? Что за тема раков? То есть только я кого-то убил, все зашибись. Ну их в попу. Шлепки идите в попу. Ну я буду играть с травкой, которая зашла на этот. Инлобби 8, да, 8. Заходи. Все, я играю за контртеррористов сначала. Все, я играю за Тима А, это который террорист. Вот это Тима Б. Ой. А, ну да. Че я покупаю? Давайте купим нормальную пушку. Никогда не покупался нормальную пушку. Все. Ну, просто интересно, что с ней. Обычно с обычной бегал, да? Обычно с обычной. Зашибись, а вообще грамоти. 2003 год, а у меня 98-й. Фу, я старше. Так. Ну, конечно, не то, что я отношусь к мелким презрительно, но, блин, вообще маленький. Чё так подлагивает-то? Чё, все пошли туда, ну ты со мной не идешь, ну окей. А, я же террорист, точно, я террорист. Террорист идет сюда. Что-то мочило происходит. Я тут отдуваюсь. Нет, не могу пойти, да? А чё вы... Оп! Быстрее за блок. Да ё! Слил его. Второго слил. А, что? А почему он не умирает? А почему? Вы видели, я по нему стрелял? Он не умирал. Кто это? Ну-ка, это Ин? Короче, пофиг, он читер.
А, ребята, а куда делся мой пестик? Где мой пестик? Да ну так нечестно, блин, фига тогда вообще покупал. А только что чел пролетел. Так, значит, вы поднимаетесь здесь, да, ушлёпка? Ну, удачи, удачи. Мы сегодня не будем, да? На-на, дробовик тащит! Дробовик тащит! Что за килаура? Дробовик тащит! Ну, этот убил меня сзади, так что, ну, все нечестно, и с автомата. Короче, играть в дробовиком я имею только в Warface, да? Классный дым, да? Офигенный. Фига не видно. Тим и Раков, давайте, вас четверо против пятерых. Слушайте, я вот раз мы выиграли... А, нет, проиграли, потому что я был последний. Это что такое? Это бомба, да? И автоматы. Мы наблюдаем перестрелку. А, куда они делись? Отлично. Надо, короче, купить кучу гранат, и когда умираешь, типа, кидаешь... Такая подстава, так я обычно делал. Типа, ты умираешь, кидаешь под себя гранату, и ты умер. А противник тебе подбегает, чтобы забрать твое оружие и взрывается на гранате. Это божественно. Божественное убийство, то есть. Умер и забрал его за собой. А, ушлёпок. Правильно, бойся с ним. Они, типа, чекают бомбу, да? Два, значит, вот если бы я был живой, да, исходя этих двух, сейчас бы я вот этого слил. Потому что он лалка. И других бы слил. О, лалка. Наблюдаем, короче, за лалкой. Сейчас он, короче, невнимательный, да, не палит ники. А сейчас он, короче, сдохнет. У тебя донатерская пушка. Донатерская пушка. У этого чувака донатерская пушка, но если девочка, скин такой жесткий. Копы выиграли, чувак. Время вышло. Фу, лузер. Чемошник. М4 купим. И бронежилет. И больше мы ничего не можем купить, конечно. Потому что Тима Раков, ты если бы вытащили бы... Шлёпки, что ты прыгаешь, свинорылый. Шлёпок. Так, значит, ребят, надо играть вместе, слаженно, как одна команда. Поэтому я иду сюда. Я иду сюда. Потом иду сюда. Со мной никто не пошел, туда мне идти страшно. Они все там, да? Да, ребят, я свой, тихо. Оп-оп-оп, мадфака! Откуда он упал? Что он так еще делал? Что? Нас семеро, давайте, мы тащим. Чуваки, нас семеро, мы тащим. Это свой. Фига, она точная, офигенно. Че, он свой, тихо, тихо, тихо. Чекай, 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 чекай. Так, он остался один. Поцеки, давайте. Criminals win. Что? А почему копы выиграли? А, блин, мы выиграли. Так. Ух ты, она у меня осталась. Офигеть, я купил то, что хотел. У меня есть все, у меня есть крутой пестик. Крутая пуха, которую я, ну, сбомжевал, так сказать. Я за кого играю? За чуваков играю. Граната, сейчас мы кинем ее. Чуваки, там туда кинет гранату. Ну, ту точку вязать. Типа такая маночка. Типа мы идем там, а на самом деле. Кто сзади стрелял? Как бы лалок не слили бы, а? Сзади там. Сольют еще. Никого там нет сзади. Ага, все-таки они пошли все там, да? То есть это мы такие лалки пошли здесь. Ребят, надо двигать как-то, ну не так открыто, что ли, я не знаю, там с углами, да, как меня учил мой друг. Там вот так вот сделать, типа, ха, тыш-тыш-тыш-тыш. Там ныкаться за бочки и так далее, там наш чел стоит, наш. А! You died? Reloading.
А почему я умер-то? Как? А как я умер? А как я умер? Я просто шел? Что за фигня вообще происходит? По идее, эта косточка означала то, что я упал с большой высоты. Так, насколько я понял, типа я упал и сломался там ноги и так далее, умер. От того, что упал с большой высоты. Я так понимаю, что пройтись по пару блокам, ну, это большая высота такая, да, прям просто огроменно. Не хочу ничего покупать из броника, потому что, блин. Хотя куплю. Надо было 200 купить. Ладно. Let's go! Шлёпки. 2-2. Куда я пошел, а? Я пошел туда, куда нельзя идти. Уже ничего не сделаешь. О, телепортнуло. Ну, как сказать. Текстура. Ой. Что за пристрелка в Вегасе какая-то, я не знаю. Огонь на подавление ведите, чуваки. Огонь на подавление, огонь на подавление. I'm Bog. А чё он не умирает? Короче, пофиг. Главное то, что я порвался. Я сейчас опаду и, короче, я сдох, несоответственно. 2-2, и у меня полсердца. Это типа, знаете? Бомб-дефьюз, она взорвалась. Или нет? Кто выиграл-то? Мы выиграли. Вот скопил, сэкономил деньги вначале, купил хорошую пушку сейчас. Какой мы даже делаем, какой мы из этого делаем вывод? Ай, пошел не туда, ладно, короче, идем сюда. Самая основная, короче, туса, она вот здесь. Не знаю почему, но копы почти всегда идут сюда. А террористы вон туда! Я один? Почему я один? Почему я один? Вы извиняетесь, что я кемпер, но, блин. У него донатерская пушка, и у меня было 2 хп. Долбоёб. Ой, извиняюсь, конечно, но долбоёб стреляет просто так. 5 против 3. Ну давай тащи! Молодец! Стрельба нифига ничего не делает, дебил не может понять, откуда ты пулять. Давай, отомсти за меня. Ну, ты не смогла. Было 5 против 3. Уже 2 против 2, то есть. Чувак, тащи. А ты чё ты тут шкенишься? А как ты туда попал? Долбоёб. Чё ты стоишь? А, это долбоёб. Какая-то невидимка. Копы выиграли, всё. Читеры с нами играют, да, это трое в стенках бегают. Почему М4 меня отняли? А я же умер, да, поэтому отняли. Так. Не, пойду там, потому что я заклёпся там ходить. Заклёпся. Клёпка. Так, идем сюда. Ахахахаха. Идем сюда. Идем. Как я сейчас залезу? А. Залез, так. Типа трейсер. Оп! Кто нагнул? Я нагнул, все соснул. I'm winner.
О-о-о, тимбэк, тимбэк, это штуки делаем. Это, кстати, бомба, которая пускает штучки. Штучки. Где в жопу? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что ж, на этом все. С вами был я, Недим. Мы играли... Короче, мы играли в Counter-Strike в Майнкрафте на Хайпикселе. Всем спасибо за просмотр, удачи и всем пока.